Не секрет, что уже почти неделю на территории страны действует программа государственной поддержки ипотечного кредитования. Что это значит? Что при соблюдении определенных условий ставка для заемщика будет снижена и составит 11,9%. Руководство Ивановского отделения Сбербанка разъяснило условия программы. С нами работают почти все застройщики, которые строят новое жилье в пределах Иваново. То есть поэтому мы будем активно участвовать в этой программе. Процентная ставка, то есть у нас определена уже, это 11,9%. Это хорошее предложение на рынке. Поэтому мы надеемся, что ивановцы откликнутся и в новом году не будут отказываться от запланированных квартир, которые планировали, то есть хотели приобрести раньше. Однако в первую очередь это поддержка для строительной отрасли, нежели для граждан, ведь в программе участвуют только новые дома. На жилье вторичного рынка господдержка не распространяется. Перечень объектов недвижимости, которые соответствуют требованиям программы, можно уточнить на сайте Сбербанка или у продавца объекта. Есть требования и к лицу, берущему займ. Минимальный первоначальный взнос по кредиту будет 20%, максимальный срок кредитования 30 лет. Максимальная сумма кредита может составить по объектам, которые приобретаются в Москве и в Санкт-Петербурге, до 8 миллионов рублей. По объектам, которые будут приобретаться у нас на территории Ивановской области или в какой-либо другой области, это максимальная сумма 3 миллиона рублей. Лимит на сумму устанавливается на одну сделку, но оформлять несколько договоров условия не запрещают. Программа рассчитана до 1 марта 2016 года. Заявки на ипотеку с господдержкой будут принимать до 31 декабря 2015 года. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.